Іван Катович. Українська казка. У одного чоловіка був кот. Обридла коту сидеть у хате, да ловить мышей, и вырашил он покинуть человека, да свет поглядеть. Як вырашил, так и пошел у лес. А у леся на поляне побачил лисичку. Ты кто будешь, пригажуня? Меня зовут пан Катович, отказал кот. Будь мне за мужа, а я тебе буду за жонку, пропоновала лисица. Кот сгодился. Лиса забрала его до дому, и почали они счастливо жить разом. Одночі зайчик зустрів у лісі тую лисицу. Лисичка-сястричка, прийду я до тебе у гості, хоч поговорим крыху. Лисица отказала. Вибачай, мой друже, я тепер жонка пана Катовича, а он тебе може на шматки порвать. Уражений зайчик побіг як найхучей розповісти про гэта волку, медведю, дидіку. Зяры сперша вельми здивилися, а пасля захотели сустреться с паном Катовичем. Вырашили яны запросить его на обед. Волк сказал. Я принесу ему мясо на суп. А я принесу бураки да бульбу. Сказал дик. А я принесу меду на закуску. Додал медведь. А зайчик нехай их запросит! Сказали яны в один голос. Зайчик побег до дому лисицы и чакал, покуль яна выйде. Лисица вышла, побачила зайца ли своей хаты, які увесь трусился, да запытала. Здоров, что сталося? Чаго пришел? Волк, медведь, дикий, я хочем запросить вас на обед. Добра, отказала лисица. Мы придем на обед, але памятай, что вы повинны сховаться так, каб пан Катович не разорвал вас на шматки. Зайчик побег сказать сябрам, что запрошение принятое. Звяры не хотели рызыкаваць и сховаліся. Медведь залез на дрэва. Волк засел кусты. Дик схавался у зараснику, а заяц за древом. Сядели яны и чакали, что будет далей. Пришли лисица да пан Катович. Як только кот побачил мясо на столе, одразу почал мяукать. Мяу, мяу. А зверам подалося. Мало, мало. Тады пан Катович ускочил на стол и почал хутенько есть. А як наелся, лег на столе спать. Раптом прилетел комар и укусил дика за хвост. Дик почал драпаться и обудил кота. Які скочыў у кусты, падумаўшы, што там мыш. Перапалоханы дзік пачаў уцякаць. Пан Катовіч ад страху ускочыў на дрэва, на якое раней залез мядзведзь. Калі мядзведзь пабачыў кота, які скакаў на дрэва, то сам пачаў лезці вышэй і вышэй у гару. Але верхушка была настолькі тонкая,
что не здолела их утрымать. Мядзведь звалюся с дрэва на воўка, які сядзе ў кустах. Абодва перапалохаліся, ды ўцяклі. Заяц пабег за імі, ажно пыл стаяў. Праз нейкі час сустрэліся яны разам. Вырашылі, што хоць пан Катовіч і малы ростам, але ледзь-ледзь і зжорбы іх усіх –